В Подмосковье стартовала региональная акция «Лови гранат». Активисты партии «Единая Россия» передают медикам свежие гранаты и чай. В Ленинском городском округе акцию поддержали, и сразу несколько делегаций отправились в медицинские учреждения с подарками. Нам эстафету передал Краснознаменск. Сейчас мы проведем в нашем округе и передадим эстафету дальше в Лобню, в Латышино и Лосино-Петровский городской округ. Акция полезна тем, что мы передаем полезные витамины нашим врачам, которые сейчас на передовой и постоянно помогают жителям бороться с пандемией. И мы приехали в детскую поликлинику, здесь они принимают деток и осматривают их. Гранаты, зеленый чай со сладкими угощениями и сувенирами – все это поможет медицинским работникам самим оставаться в форме, укрепляя организм витаминами. Девочки, дорогие наши, низкий вам поклон. Чтобы все у вас было здорово, чтобы вы были здоровы, берегите себя. И за ваш труд огромное-огромное вам спасибо. Любые слова благодарности, любое внимание сегодня им – это очень необходимо. Нам хочется тоже вот выразить слова благодарности, чтобы вы нас не забывайте. В действительности, они будут очень все рады, все мы подарки передадим. В каждом муниципальном образовании Подмосковья медицинские работники получают подобные полезные подарки. К слову, активисты «Единой России» помимо этой акции оказывают докторам волонтерскую помощь. Так, в Ленинском городском округе действует штаб по оказанию помощи жителям Ленинского городского округа «Мы рядом».